Это проект «Живая омская политическая азбука». Пошла реакция. Мы выходим на канале Первый Второй. Первый Второй, мы не переходим на цифру, мы всегда здесь были. Жопа. Из наших кубиков когда-то можно будет сложить фамилию губернатора. Омский патриотизм. Разве вы не видите, что в Омске катастрофа? Главным патриотом Омской области является ее губернатор. В области губернатор с конца 2017 года, с момента своего назначения. Так как это война, мы противостоять можем только всем миром. Об Омской области губернатор любит говорить как о предмете чьей-то коллективной собственности, детально не объясняя, чьей именно. Вы знаете, что у нас Омск промышленный город. Это классика, мое и наша статья Крупской. Наша. Вот здесь наш регион этим богат. Не моя. Не менее яркими патриотами Омска являются его выдающиеся предприниматели. Для того, чтобы быть патриотом Омска, важно не жить тут постоянно. У предпринимателей такая возможность есть. Чтобы быть успешным предпринимателем, в Омске нельзя жить тоже. Сегодня такое чувство, что они живут вне. Сибирь наша родина, как много с ней пройдено от храбрых дружин Ермака. Это слова гимна Омской области, изучением которого не заморачиваются даже самые яркие патриоты. Главный патриот Омска приехал с Урала. Этот гимн не о нем. У нас очень активные мечи. Не все патриоты Омска согласны вести свою родословную от дружин разбойника Ермака. Причем их никто не спросил. Вот смотрите, что они пишут. Не знаю, насколько это справедливо, мы можем как раз сразу же ответить. Блин, а где текст гимна на татарском, на немецком? На украинском. Вот получается гимн только некоторых депутатов ЗАГС Собрания. Ну какой город, такой патриотизм. Мы приносим всему многонациональному народу Омской области свои искренние извинения. Не мы ваши недалекие руководители. Но нам правда стыдно. Мы вернулись, алло!